колени. Привет, дядя Джек. Симпатичный домик. Тут очень хорошо. Это озеро вылечит тело и душу. Спасибо. Ладно, пока. Пока. С меня хватит, Джинни. Перестань. Веди себя адекватно. Ты же знаешь протокол. Так нельзя разговаривать. Билли? У нас один труп. Разгребайте это дерьмо сами. И не заставляй меня вмешиваться. Пожалуйста, прошу вас. Не надо, обещаю, я ничего не скажу. Не тяни, Билли. Кто-нибудь, помогите! Не двигаться. На колени. Живо! Я из полиции. В чем дело? На меня напали. Неправда. Она кого-то убила. Он полицейский. Он не станет в нас стрелять. Билли, дай пистолет. Беги! У нас проблема. Избавь ее от страдания, а потом разберемся с ним. Я знаю, что ты там. Где твой друг? Шеннон, мне можно доверять. Нужны доказательства. Мой фотоаппарат. Я сняла все на видео. Обратного пути не будет, понимаешь? Понимаю. Отдай мне женщину, Джек, и с ней ничего не случится. Дядя Джек! Только пальцем ее тронешь. Откройте дверь, пожалуйста! Мы с тобой заодно. Все так сложно, когда дело касается семьи, правда, Джек? Я знаю, ты привык использовать людей в своих интересах. Но со мной ты зря связался.